Митрополит Барнаульский Алтайский Сергий совершил божественную литургию на церковно-славянском и греческом языках. В день памяти трех святителей и учителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста владыка молился в храме Иверской иконы Божией Матери. Эта церковь является домовой для Барнаульской семинарии. Построена была еще в 90-х годах прошлого века. А с 2000-го здесь стали молиться семинаристы. В день, когда особо чтят покровителей духовных школ, будущие специалисты в области богословия, вместе со своим владыкой возносили молитвы на языке, на котором молились и Василий Великий, и Иоанн Златоуст, и Григорий Богослов. Иди, Санте, Психиму, Кеопроехата, Панфиона, Лопиана, Втор.